В Камчатском крае активно продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения Камчатского края. Мероприятия программы предусмотрены на 2021-2025 года. Но подводя итоги этого года, стоит отметить, что в 2021 году построен фельдшерско-акушерский пункт жилым домом в селе Лесная Тигильского района. Проведены капитальные ремонты в 9 учреждениях здравоохранения. Это поликлиники и амбулатории. И приобретено 143 единицы различного медицинского оборудования на сумму более 430 миллионов рублей. Также приобретены 20 единиц автотранспортных средств на сумму 28,5 миллионов рублей. В рамках дальнейшей реализации программы запланировано проведение капитального ремонта 20 объектов здравоохранения, строительство 26 объектов в отдаленных районах края, приобретение 334 единиц медицинского оборудования. Общий объем средств федерального бюджета, выделенный на мероприятия программы, составляет 4,7 миллиарда рублей. Реализация программы продолжается.